Открытый Кубок Республики по триатлоне пройдет в Могилеве 26-27 мая. Споборництво планируется провести у Пячырским лесопарку. Как поведомили у отделе энергетики и транспорта Могилевского гарвыканкама, 27 мая под час проведения споборництва будет обмежеванный рух некоторого громадского транспорта. Так, с 13.30 до 16.30 интервал руху автобуса номер 9 планируется повеличить до полгодины, а маршрутное такси номер 34 номер 9 у этой период будут ездить не частей, чем 3 раза на годину. До речи, рух особистого транспорта по улице Сурганова у гэты промежек часу будет заборонен, кроме тех, кто проживает и працует в микрорайоне.